Всем привет! Сейчас я вам покажу, как поменять и заправить картридж в Minifit Max. Снимаем и выбрасываем старый картридж. Берем новый, открываем его и заправляем жидкостью. Носик можно вставить в любое из двух отверстий. Закрываем крышку и протираем салфеткой. Вставляем его обратно и ждем буквально 5 минут, чтобы хлопок пропитался жидкостью. Приятного парения и до встречи на нашем канале!